Вместе дружная страна. Жители республики отметили День единства народа Казахстана. Почти в каждом городе прошли шествия, а также яркие и веселые мероприятия с участием культурных центров. В Караганде массовые гуляния состоялись в Центральном парке. Как проходило торжество, видел Антон Александров. В этом году решили не делать массовых шествий и организовали всю концертную программу на набережной Центрального парка. Здесь установили сцену и подготовили площадь для демонстрации творческого мастерства. В общем, вся культурная программа была насыщена танцами разных народов мира. Сегодня мы собрались здесь, чтобы вместе отметить День единства и мира. Этот год для нас особенный. Год обновления и государства, и общества. Если реформы в экономике и политике призваны создать для нас лучшие условия для жизни, то духовное обновление – это объединение всей казахстанской нации вокруг наших главных ценностей. Стабильность и согласие – это большая ежедневная работа, которую надо проводить постоянно, отметил Ерлан Кашанов. Цель этого праздника – укрепление стабильности и межэтнического согласия, демонстрация достижений казахской модели межкультурного диалога. Мы с Балхажа для отдыха приехали. Классно. Показать парк, аттракционы, что нового. Ну, мы пришли сегодня на такой хороший праздник, День единства народов Казахстана, посмотреть, как гуляет наш город и что мы действительно едины. Ребенку показать, чтобы посмотрела. Мы из Сакжала, Шацкого района, приехали на праздник. Всех поздравляю. Сегодня Карагандинская область стала одним из самых многонациональных регионов страны. Приятно провести время. В честь праздника 1 мая собрались несколько тысяч карагандинцев и жителей области. Удивляли коллективы в этот раз яркими нарядами и новыми танцами. Концертные номера сменяли друг друга. Антон Александров, Жанайдар Ахимжанов, Данил Заславский, 5 канал.